и хлопцы узнавали, и я слышал, было 2 или 3 подземных хода. Один в сторону вокзала шел, там была какая-то церковь. Против гастронома «Космос», по-моему, бывшего, на проспекте. Там. При нас она еще была. Или католическая, или что, узенькая. Там все это убрали, ну, как сказать, там расстояние такое, построили стеклянное такое все, вот во время уже перестройки. И там даже кладбище, как вот что-то раскапывали, нашли. Ну, отопление проводили. Вот. Или туда, потом народ говорит, что в Новобелицу вел. Один ход. Вот это 2 я слышал с разных разговоров людских. Но верить или не верить, но начинать надо с этого хода, куда сбежал управляющий.